никуда ты не денешься. Нет, не упаду. Запросто. Можешь упасть. Акробатика. Один из самых любимых и самых сложных жанров здесь для нас, участников. Очень страшно, просто невозможно, как страшно, это когда снимается лонжа. Снимается страховка, давай и вот этот вот первый твой заход, да, на человека, надо, тут уже все пропало. Не надо сгибать ноги. Не надо сгибать руки. Не надо ноги сгибать, Наташ. Юр, ты вот так вот дернул руку. Я тебя дернул, потому что ты дернул с руками вперед. Я опустил руки вниз. Я начинаю опускать, чтобы ты не ударилась, не упала. И ты вот у меня начинаешь сгибать ноги. У тебя одна рука дернулась вниз. У меня обе руки дернулись наверх, и обе руки я понес вниз. Потому что ты была вот сейчас здесь, вот, Наташа. Да у меня нету психов. Наташа, я тебе говорю, просто сам прыжок сделай. Юр, ты просто не понимаешь, что лететь вот отсюда и отсюда, это настолько разная вещь. Не кривя душой, конечно, мне очень хочется получить 40 баллов, особенно, конечно, таких жанров, где действительно есть риск и действительно есть какие-то преодоления себя, и, конечно, хочется, надеюсь.